1979 году Сахалин официально место царской ссылки. До начала 20 века жители острова были каторжанами. Антон Павлович совершил путешествие на остров Сахалин для изучения быта каторжников и ссыльных. Сахалин, 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 в твоей избе срамота и злые дни, даже гвоздями гвоздят. А горе, горе, полный кувшин, широкое сверкающее от солнца море, глухо шумит внизу. Далекий берег соблазняв, манит к себе, зовет каждую весну. Грустно, тоскливо, как будто никогда уже не выбраться из этого саха. Будь я каторжный, то бежал бы отсюда. Жестокие склонны к непостоянству. Многие добряки и слабые духа, не видя даже месяца, солнца, навсегда потеряют надежду на лучшую жизнь вне дна колодца. Сахалин, Сахалин, в твоей избе срамота и злые дни, даже гвоздями огонь, полный кувшин,